Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем министра энергетики Саудовской Аравии по техническим и нормативным вопросам нефти и газа Маджидом бин Хинди Аль-Утейби. Глава азербайджанского экономического ведомства написал об этом в своем аккаунте в соцсети X. Он отметил, что состоялся обмен мнениями об инициативах, обеспечивающих устойчивое развитие экономических связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией, стимулировании инвестиций, возможностях расширения совместной деятельности в области возобновляемых источников энергии и промышленности.